Мои жизненные принципы можно уместить в 6 словах. И это быть счастливым, быть добрым и быть успешным. Прежде всего, важно быть счастливыми, потому что мы несем ответственность за собственное счастье. Я хочу сказать, что нам дана удивительная жизнь, и каждый день с нами происходит что-то, что может осчастливить нас или расстроить. Каждый день дает нам возможность упиваться красотой, общаться с друзьями, наслаждаться чтением книг и испытывать счастье. И, собственно говоря, счастье — это осознанный выбор. Второе — быть добрым, потому что мы все в одной лодке. Доброта — это очень важное и настоящее качество, которое так необходимо нам сегодня. Делая добро окружающим, мы и сами начинаем чувствовать себя лучше, ощущая собственное великодушие. Однако добрыми нужно быть по отношению не только к другим людям, но и к себе. Не изводите себя по каждому поводу. Дайте себе больше свободы. Будьте снисходительнее к себе. Любите и цените себя, не забывая при этом любить и ценить окружающих людей. Наконец, третье — быть успешным. Я часто говорю, что наш успех помогает другим людям, а наши неудачи не помогают никому, и это правда. Ваши неудачи, чего бы они ни касались, никому не делают лучше. Возможно, они приносят какую-то пользу вам самим. Например, служат вам жизненным уроком, но не окружающим. Между тем, ваш успех может помочь очень многим. Итак, быть счастливым, быть добрым, быть успешным. Таковы мои жизненные принципы.